Станице Северской 9 детей, находящихся под особой заботой государства, стали счастливыми обладателями собственного жилья. Это стало возможным благодаря реализации краевой программы «Дети Кубани». В торжественной обстановке новоселам вручили ключи от их долгожданных квартир и памятные подарки. С этим событием ребят поздравила первый заместитель главы администрации Северского района Марина Наумейко. Что значит свой собственный дом? Это значит возможность создать свою семью. Это когда в этих квартирах звучит детский смех. Поэтому поздравляем всех вас, дорогие ребята, с этим значимым сегодняшним днем. И очень надеемся, что вы будете всегда рады этому дому. В их окнах будет всегда светиться свет доброты. В квартирах проведены все коммуникации, выполнена отделка, установлена сантехника и газовая плита. Новоселам остаются лишь приятные хлопоты по созданию уюта в своем доме. У каждой квартиры есть небольшой задний дворик. Для жильцов с детьми оборудована детская площадка. Я очень сильно рад, что получил эту квартиру. Я очень долго ее ждал, несколько лет. Сейчас будем обживаться здесь, будем завозить мебель. Шторы повесим, интернет проведем, все будет хорошо. В общем, я очень рад, доволен. В Северском районе дети, находящиеся под особой заботой государства, получают квартиры на постоянной основе. Ранее 16 сентября ключи от квартир получили 5 молодых людей.